Привет! Давненько у меня не было видео про ножи, сейчас исправим это недоразумение. Вот этот нож от Ruike показался мне интересным и достойным вашего внимания. Ruike P860B привлекает к себе внимание не только стильным дизайном, а и превосходным качеством сборки и отменными характеристиками. Этот нож с уверенностью можно применять для выполнения разнообразных задач. За счет проработанного дизайна и плавных форм он будет удобно лежать в ладони и не вызовет у пользователя дискомфорта при ношении в кармане. Открыть нож можно с помощью одностороннего шпенька, ориентированным под использование правой рукой. В рабочем положении клинок фиксируется замком Liner Lock. Лезвие ножа имеет форму Wonklif и гладкую заточку режущей кромки, благодаря чему этот нож прекрасно подходит для того, чтобы что-то проколоть или разрезать. Его длина 91 мм, а толщина обуха 3,1 мм. Сочетание такой формы и габаритов позволяет с помощью ножа работать даже в самых труднодоступных местах. Заточка идеальная, лезвие. Материалом клинка является мартенситная сталь с маркировкой 12S28N. Применение этого материала обусловлено тем, что данная сталь обладает отменной прочностью и коррозийной стойкостью. А за счет специальной термической обработки лезвие довольно долго сохраняет остроту режущей кромки. Рукоять модели состоит из двух стальных лайнеров и пары накладок из G10 черного цвета. Небольшой изгиб рукояти, а также фактурная поверхность полимерных накладок позволяет надежно удерживать нож в любой ситуации. Производитель укомплектовал нож съемной стальной клипсой с глубокой посадкой, которая позволяет полностью скрыть нож при ношении его в кармане и не дает ему выпасть во время передвижения. Второй нож от Ruike – это Ruike P848B. Станет отличным выбором для повседневного ношения в городских условиях. В повседневной жизни, особенно в городе, массивные ножи в большинстве случаев являются излишними. Как правило, они имеют крупные габариты и вес, не очень удобны в ношении, особенно в теплое время года, и к тому же привлекают излишнее внимание. В этом случае намного более практичным вариантом станет ношение небольшого складного ножа, который не будет занимать много места в кармане и привлекать внимание. Модель P848B была разработана специально для городских условий, именно поэтому она имеет такой простой и в то же время приятный дизайн. К тому же ее формы и отсутствие крупных выступающих деталей позволяют с легкостью носить нож, не беспокоясь о том, что он может зацепиться за какой-нибудь элемент одежды или снаряжения. Другой нож от Ruike. Заточка также идеальная. Открывается нож с помощью специальной выемки на клинке. За счет наличия подшипников достать лезвие не составит труда даже тому, кто впервые держит его в руках. Для его изготовления применяется высококачественная нержавеющая сталь с маркировкой 14S28N, закаленная до уровня 58-60 HRS, что позволяет лезвию оставаться прочным в любых условиях и довольно долго сохранять остроту режущей кромки.
Рукоять ножа состоит из нескольких частей, а именно из пары стальных лайнеров нержавеющей стали марки 420+, титановое покрытие синего цвета, и двух накладок из G10 черного цвета. Качественная обработка и тщательная подгонка комплектующих друг к другу позволили сделать рукоять максимально цельной и удобной для пользователя. А текстурированная поверхность накладок из G10 не дает ножу выскользнуть из рук при эксплуатации. А этот интересный нож уже от Gerber. Это универсальный филейный 8-дюймовый нож. У меня есть такой же нож, только 10-дюймовый, а этот немного поменьше. У него нескладная конструкция, гибкое нержавеющее лезвие, практичные ножны со встроенной точилкой в комплекте. Этот нож подойдет для использования дома, в ресторанах, цехах и в поездках на рыбалку. Нож сделан достаточно большим, с клинком длиною 20 см. У лезвия тонкий обух, изогнутое лезвие и острый кончик. Его режущая кромка сделана полностью ровной и гарантирует аккуратные точные разрезы. Сталь для этой модели ножа 9SR. Она относится к категории нержавеющих и отличается хорошим сопротивлением любому виду коррозии. Поверхность лезвия тщательно отполирована до зеркального блеска. За ножом будет легко ухаживать, просто моя его после каждого использования. Конструкция модели Full Tang. Это значит, что металлическая пластина, из которой сделано лезвие, продолжается до самого конца рукояти, что обеспечивает ножу особенную прочность. Тем не менее, лезвие очень гибкое и прекрасно справится с аккуратным отделением рыбы от костей. Рукоятке ножа производители уделили не меньше внимания. Она подходит под ладонь любого размера, гарантирует удобный надежный захват. Поверхность рукоятки сделана прорезиненной, и нож не выскользнет из влажной ладони. Рядом с обухом ножа сделана площадка для опоры большим пальцем. Эта особенность позволяет без дискомфорта работать ножом на протяжении долгого времени. На нижней стороне рукояти есть защита для пальцев, а понижение на конце защищает от случайного выпадения из руки. Также для страховки можно прикрепить темляк, который будет продет в отверстие на хвосте ручки. Данный 8-дюймовый нож продается вместе с ножнами, которые сделаны из пластика. Они плотно сидят на клинке и полностью закрывают режущую кромку. Несколько отверстий в ножнах служат для свободного удаления песка и попавшей внутри воды. Для крепления ножен на пояс или на рюкзак служит клипса, размещенная на одной из сторон ножен. Также в ножны интегрирована точилка для своевременного ухода за клинком. Полная длина данной модели составляет 35,5 см. Весит нож 200 грамм. Ножами этих фирм пользуюсь несколько лет. Качество очень хорошее, никаких нареканий никогда не было. И видно, что ножи действительно качественно и хорошо сделаны. И данными экземплярами, что на видео, я доволен полностью. У них разные формы клинков и разные применения, но инструмент классный и достоин вашего внимания. Если у вас есть ножи этих фирм, то пишите в комментариях, как вам ваши ножи и что думаете насчет этих. А пока на этом у меня все, скоро увидимся и пока-пока!